как-то местные не сказали где, но они могут нас провести прямо сейчас и показать, где стоит еще ваш снаряд один, благодаря которому пропала вода в деревнях у людей в колодце. И представители селищной рады тоже дают интервью по этому поводу, по вашей добыче, так сказать, по вашим устроениям. Вылучалось взростки. Тримайте раз. Ничего, ленточку взорви і напиши. Держи. Ти що, ніколи не печатав? Подожди, не збирай. Ось лента, бачиш, одну взриваєш, і воно скріплюється. Вот такая громадская, поедете в Толовите. Три буса, три пятых носятся по Киевской области, по Высоковскому району. Третий день, блин. Все. Сейчас там понятые, чтобы все распишутся. Пускай понятые распишутся. Выйди в пиши понятых из громадской организации. Но то, что ты напишешь в этом, пиши. В ВМП напишешь фамилию, имя, отчество, фотографа запиши. Один, другий человек. Там получается все очень просто. Одиночку, я так понимаю, это уже умора. Если там будут документы, что там нету 24 метров вот этого, вот этой прослойки, то все эти метры там. Это считается не надо. Сука, я понял, объясни мне. Песочек взяли? Песочек взяли? Отпечатали? Отпечатайте, пожалуйста. Понятым будет его где место подъем и будет расписываться еще кто-то один человек. Кто будет понятым? Подождите, да? Минуточку. Вы этот песочек забираете с собой? Да. Но мы его отпечатали, зараз распишутся понятия. А вы точно такой же пакетик можете нам дать для того, чтобы мы сами сделали свою независимую экспертизу от громадской организации? Подали такой же. Мы в такие пакетики вылучаем, потому что это пакетик МВС, який есть специальный. То есть вы идете уже по накатанной схеме. Хорошо. Специальный пакетик. Возьми, все равно взял. А можете наш пакетик опечатать? Да, Коль, я выпечатаю. Официально при свидетелях. Да. Печатайте его, пожалуйста, если вы свой пакет не хотите нам предоставить, сделайте на нашем тогда печатку. Скотч есть? Нет, другой нема. Вот. А имя, имя, отчество, где проживает? Да. Вызвещенная по батьке. Бурштейн Валентин Маркович. Бурштейн Валентин Маркович. Валентин Марикович. У меня машину снимите еще. Марикович? Да. Что рік после творишь? 30.08.1993. 1993? Да. Thank you.
Другий понятий? Ви набуєте? Другий понятий? Ні, я понятий, напевно, що не може бути. Згідно закон. Чого? Тому що не може. Тоді буде, буде оператор. Я буде оператор. Записуйте тоді фамілію на участь. Журналістам не так журналістам не можна. Візьми. Чись не подумав у нас. Они рассказывают здесь красивые истории о том, что будильность позволяет им продавать песочек, который они копают, а потом сушат. Не, я знаю, что сейчас... Вы можете впечатать? Я достаточно рада, я знаю все это. Что это хорошо. Олег, ты сколько пакетов? Потому что нам все надо. Ну, а на пакет, ты будешь продавать один пакет? Ні, я имею в виду, у нас ще есть один пакет или нет? А вы могли ще взяти ту суму? И ваш печаток теж поставити, щоб цей пісок не просто так. Есть просто печатки. Чим передбачено? Ну, чим передбачено? Тим, що ви візьмете собі на експертизу, а ми, щоб, як сказав... Ні, не треба пакетик, пакетик не потрібно. Просто якщо можна печатку, печатку. Пакетик не раз по-любому. Хорошо, давай. Сейчас туда продавать тоже можно на марке? Будет не 6, 11, 55, 4. Потому что передбачено, что печатки не могут продавать другие звуки. А мы что-то не пересыпали цей песок десь по дорозе. А запечатан, как он запечатан, этот пакетик? То есть он просто заклеен на самоклейку, да? Да, да, да. И но печать, где печать? А печати нема, вы его так просто не открыли, чтобы не порвать. Ага. Ну, зафиксировали, да? Да. Вот, бачите? Отлично. И мы просим вас официально, чтобы вы поведомили нас про экспертизу. Ну, он свечит, да, он будет поведомлять. Гердер внесли, и на этом моя эпопея закончилась. Ну вот для, я еще раз говорю, для добычи у них должен быть официальный дозвол. Это спецдозвол на выдобыток песку, ребят. Спецдозвол. У них это спецдозвол. И они вот таким вот прикрываются, и все вот эти карьеры прикрываются именно таким. Причем это все происходит при прикрытии милиции. Вы засняли? Мы едем туда на базу? Ну да, сейчас же дописать надо. Ну давайте еще тогда дописывать и пойдем на базу дописывать. А там это батя, что там это? Извините, Володя, мы извиняться перед вашим клиентом. Я вас не прошу. Я надеюсь, что вы понимаете. 2.6. Ну, я это пойму. У вашего клиента нет специально доступа. Я приехал посмотреть, кто сюда приехал. Потому что таких, как вы, бойцов, приезжает сюда, ну не сюда, я имею в виду, на карьеры. Самооборона там новоявленная, там районная, городские, селочные, и все требуют, дай денег на Майдан. Понимаете? Дай Бог, я надеюсь, что мы будем с вами работать. А все остальное, мы слышим. А звони сюда. Работайте, ребята, если у вас получается работать, так работайте. Я только за. Под лицом надо наказывать. Не теряйте. Помните, что на залогу.